Но тем временем в США посчитали, что ежегодно 60 миллиардов долларов э, теряется из-за падения производственности в помещениях с плохой экологией. О том, как можно замерить эти показатели и в итоге их улучшить, знает наш сегодняшний гость, инновационный предприниматель Андрей Дюсмикеев. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Мы видим, вы к нам пришли не с пустыми руками, это волшебная коробочка. Неужели это тот самый милофон? Нет, это джин. Этот это джин. джин. Вот, да. знакомьте. Название нравится. Давайте знакомиться. Расскажите, что умеет делать этот джин. Это комбинированный сенсор экологических параметров помещения. Uh -huh. Он э, контролирует освещенность, э, вибрацию и шум, э, CO2, летучие органические соединения, ну и стандартно влажность, температуру, давление. То есть всего 8 параметров контролирует. Он сделан из солнечных модулей, то есть нигде у него нет входа для шнура. Вот в обычных условиях он может жить самостоятельно, самостоятельно как жить? Как лет, лет 20 и передавать данные в облако. В частности, сейчас он передает данные облака облако компании МТС. Она запустила интернет вещей. Вот, и он угу. передает все параметры, в частности, вот прямо из этой студии, он передает в облако МТС, и можно посмотреть... То есть после параметры. нашей беседы вы уже точно будете знать, какие вот наши рабочие условия, да, все ли у нас соответствуют. А какие, кстати, чаще всего нарушаются э, вот эти показатели по, на рабочих местах? На рабочих местах, как правило, СО2 превышает норму. Э, недавно в Штатах провели исследования в школах и в школах 25% всех школ в Штатах СО2 превышает допустимый уровень в три раза. В три раза? Еще это очень еще. много. Я думаю, что в наших школах ситуация не лучше. Вот. Ну, Поэтому а выход-то какой? Проветривать кондиционеры. Что э делать? Самый первый шаг это мерить. Uh -huh. Uh -huh. То uh -huh. есть uh -huh. сначала проанализировать сначала понятие. Uh -huh. Uh -huh. Да, аналитика. Вот. Поэтому э вот этот прибор, это э там коллеги из Мэлру назвали его щупальца. Вот это, это щупальца, uh -huh. да, которая э позволит хотя бы ну, определить... Какие сейчас параметры? Mm -hmm. Ведь мы же, как моя дочка говорит, что я привыкла видеть, чем дышу. Да? То есть ну, ситуация с загрязнением воздуха, она достаточно жесткая. В городах особенно. А в тех помещениях, в которых мы проводим большую часть своего времени, да? мы спим, работаем. Занимаемся спортом, за покупками ходим все время в помещении, uh -huh. и поэтому эти помещения нуждаются в том, чтобы мы о них знали. Это Безусловно, самый первый да. шаг. Uh -huh. Ну а, а все-таки возвращаясь опя опять же к коннекту. Если вот сейчас кто-то из телезрителей захотел бы приобрести э yeah. такой прибор под названием Джин, а, имея дома компьютер, не знаю, там ноутбук, скажем, все ли просто? Вы сказали о облаке, а, например, просто э, считывание данных и получение информации на компьютер. Как это происходит? То человек сам, пользователь простой, может в этом разобраться? Ну, данный прибор, он довольно мощный, он предназначен все-таки не для домашнего использования, а для общественного использования. Uh -huh. да? Потому что он контролирует объем примерно 200 кубов. То есть это скорее класс, учебная аудитория, open space и другие общественные помещения, <laughs> да, ну в частности студии, возможно. Да. Да. Андрей, ну кстати вот все-таки Джин, это же единственная ваша разработка, которая помогает улучшить жизнь людей. В двух словах расскажите, пожалуйста, про ваши новиночки. Мы развиваем проект мобильного кардиомонитора, но это достаточно интересная разработка, которая позволяет там снимать с пальцев рук параметры uh -huh. электрокардиограммы и тоже передавать их, естественно, в облако да, в данных. И в принципе, я думаю, что еще там ряд разработок у нас накопилось, связанных тоже с обработкой данных и сетями вот четвертого и пятого поколения, про которые только что я слышал в этой студии. Прекрасно. Ну, мы, мы желаем вам успехов в ваших разработках, чтобы весь мир знал о том, что, что умеют делать ощущения. белорусские изобретатели и ученые. Это, это круто, правда. Мы, вот, мы рады, знаешь, что это... вы посетили наш утренний эфир и рассказали об этом очень полезном да, да. приборе. Да, а данные мы... я вам дам. Да, да. Спасибо обязательно. Большое. данные мы обязательно да. узнаем о нашем рабочем помещении. Да. Ну, и просто очень хочется, чтобы этот прибор помогал людям дышать, жить э, лучше и быть здоровыми и красивыми. И но сегодня у нас в гостях был инновационный предприниматель Андрей Юсмикеев.